Друзья, всем привет! Сегодня мы будем с вами готовить знаменитый шоколадный торт брауни. Готовится он очень быстро и из простых продуктов, которые есть уверенно у каждого. Все смешали и в духовку. Оставайтесь со мной и будем готовить. Для начала смешиваем все сухие ингредиенты. Просеиваем муку, разрыхлитель и какао. В другой емкости смешиваем яйца, молоко, сахар, ванильный сахар и растительное масло. Теперь все соединяем и тщательно вымешиваем до однородной массы. Вот такое жидкое красивое тесто у нас должно получиться. Форму смазываем кусочком сливочного масла. Я буду делать в прямоугольной форме, но вы можете готовить в любой, которая у вас есть, в круглой или квадратной. Выливаем тесто в форму, отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Но смотрите по своей духовке. Когда корж испечется, проверяем его деревянной шпажкой. Если шпажка сухая, значит корж готов. Затем вынимаем из духовки и оставляем на решетке, чтобы он остыл. А пока приготовим глазурь. Все очень просто. Смешиваем 4 столовые ложки какао, 8 столовых ложек сахара. Глазурь получится в меру сладкой, но если вы сладкоежка, то кладите больше сахара. И 8 столовых ложек молока. Включаем огонь и, помешивая, доводим до кипения. Выключаем огонь и даем массе немного остыть. Добавляем 50 грамм сливочного масла. И хорошенько все размешиваем. Разрезаем корж на две части и пропитываем глазурью. Накрываем вторым коржом и заливаем сверху глазурью. Шоколад внутри, шоколад снаружи. Получается ну просто супер шоколадный брауни. Украшаем по своему вкусу. Я сегодня украсила ягодами клубники. Можно сверху еще посыпать сахарной пудрой. Вот такой нежный, влажный шоколадный брауни у нас получился. Всем приятного аппетита! Ну а если вам понравился рецепт, то ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! До новых встреч!